как очень много смысла, да, и главное, чтобы язык был без костей и вращался в нужном направлении и повторял вот эти слова. Так вот, еще одна скороговорка, это которая настраивает на нормальный лад. Ну, вдруг там вечером переборщил, и утром все получается очень-очень сложно. И тогда как раз в силу вступает она. Утром надо просыпаться, так неохота напрягаться, если силы для веселья никак не находятся. Есть несловное движение, это словно съесть варенье, мысли полет. Геолог Георгий, герой Георгий, геолог Георгий, геолог Георгий, герой Георгий. Ни про какого Жору, который ищет приключения на разные там части тела, совершенно не про это, в общем-то. Задумка какая? Вы вспоминаете, а вернее откладываете все лучшее под флажок под названием «Геолог Георгий». И когда песня звучит, все это хорошее начинает вытаскиваться и в улыбку превращаться. И вот надо просыпаться, так неохота напрягаться, если силы для веселья никак не находятся. Если словное движение, это словно съесть варенье, мысли полет. Условный код. Геолог Георгий, герой Георгий. Работает фантазия, но не в ту сторону, а совершенно в другую. То есть направлено на что? На веселье, конечно же. Вот. И для этого только необходимо заполнить основные слова скороговорки, и тогда все получается. Но лучше всего еще раз. Сейчас мы будем пробовать, да. Сейчас, те, кто помнит слова, повторяем. Георгий, Георгий, герой Георгий.